Вы находитесь на канале Лиска Китти? Да. А у нас сегодня огромная сумка. Да. И в ней много всего интересного. Да. Сейчас мы ее откроем и посмотрим. Я сейчас открою. Вау! Ого! В этой сумке лежит елка. И разных много украшений для нее красивых. Смотри. Сейчас мы будем доставать и показывать. Собачки. Собачки. Как раз год собаки будет. И вот такие у нас есть новогодние игрушечки. Две собачки. У нас красоту. Это такой шар красавелый. А это еще красивее. Еще красивее. Ну, это разноцветный такой. Вот, у меня блестяшки. Тоже блестяшки. Тоже блестяшки, блестяшка. Еще шарики новогодние. Да. Очень потрясающе смотрятся. Что это? А это снег. У нас елка будет в снегу. Это белый снег. А это, наверное, розовый снег. Да, это вот. Вот еще есть. О! Ладушки. Будем лупать ладушки. Что я настраиваю? А это такие бусики на елочку. Тоже очень красивенькие, желтенькие и синенькие. Гирлянды электрические. Сердечки. Вот светится. А это что же? А это шапка Дед Мороза. Напяли мы Лиске шапку Дед Мороза. Конфетки. Конфетки. А это что написано? А здесь написано, куда-нибудь повесим. С Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка. Нашел. Носок. В него ложит Дед Мороз конфетки разные сладости. Да. Птичка. Птичка. Скворечник такой с птичкой. Да не вижу, хочу. Красивый. Вот здесь полный пакет мишуры. Разные мишуры. Будем елочку украшать мишурой. Вываливаем. Вываливаем, все вываливаем. Ого, сколько мишуры. Ой, ой, я вижу елку. Уже елка видна? О, и тут еще краску. Еще будет фиолетовый снег. Наклейки. А это наклеечки. Дед Морозики со снежинкой. Это за белый пакет. О, это самое главное. Самое главное, Снегурочка. Она включается и поет песенку. И Дед Морозик тоже включается и тоже песенку поет. Попозже включим. А это маленькая елочка. Тоже куда-нибудь ее поставим. Вот еще один пакет, а здесь много-много игрушечек. А вот эта красная подстилка под елку. Даже есть вот такая шишка большая. Это еще одни гирлянды, тоже повесим. Ого, какая красота. Сердечко будет у нас висеть на елочке. Блестящий. Вот и все. И осталась елка одна, да? Да. Больше ничего нету. Мы сейчас мы елку достанем, соберем и начнем украшать ее. Ого, какая у нас штуковина большая, целый посох. Собрали мы елочку. И сейчас будем ее украшать. Украсили мы нашу елочку игрушечками новогодними. Розовая звездень у нас на макушке. Да, она самая лучшая. Красивая. Сейчас будем вешать гирлянды, бусики и мишуру. Привет, ребята, я Дед Мороз. Я вот подарок вам принес.
Лизка маленький Дед Морозик. Вот у меня для вас подарок. О, какая у тебя борода красивая. Надо вот так смотреть. Буду Лизку с бородой. Нарядили мы елочку. Все, я вам подарки нанес. Нанес, да? Нарядили мы нашу елочку. Очень великолепно получилось, я думаю. А кто под елочкой сидит? Давай посмотрим. Да. А под елочкой у нас Дед Мороз, Снегурочка, зайчики, а еще киска есть. Такая беленькая, с ресничками большими киска. Снегурочка поет, да? А Дед Мороз? Давай Дед Морозика тоже покажем. Еще один пушистенький. Розовенький. Катюш, 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 Катюш. И третий зайчик, красненький, Катюш, пушистый. Катюш, Катюш, Катюш. Шарик даже крутился. И еще один розовенький зайчик с ресничками большими, красивыми. Мяу. Кису мы уже показывали. Мяу. Мяу. Собрайся. Брось, собрось. Все надо тебе, Лизка. А у нас же еще есть разноцветный снег и хлопушки. Сейчас украсим елочку снегом разноцветным. И она будет у нас вся снежная. И хлопушки похлопать. Куда птица залезла? Куска на елку забралась. Ой. Смотри, это какой-то не снег, это конфетти или как это называется. Ой, какие. Ёпка, сейчас у нас все будет. Ой, вкусно. Почему тут очень мало его? Вообще не поняла. И все, закончился. Ой, какие штукенцы у нас тут. Вся елка будет в висюльках разноцветных. Ну, покажите. Покажи. Лизка вся просто в висюльках была. Ой, какой белый, красивый, как настоящий снег. Смотри. Ой, красота! А вот белый прикольный. Еще будем брызгать? Да! Сейчас Лизка как сейчас снегу будем. Ой, как красиво! Снег идет! Вот. Снег! Я люблю снег! Красиво! Я люблю снег! Что, на елку будем прыгать? Все закончился. Быстро как-то снег этот заканчивается. А снег этот почему-то тает. У Лизки на голове столько снега было, уже весь растаял. И на елке тоже тает. А у нас здесь не зажигалась елочка. Да. Надо зажечь елочку и посмотреть, как красиво горят гирлянды. Раз, два, три. Ёлочка горит! Ёлочка зажглась! В темноте, конечно, будет красивее. Сейчас светло просто. А давай свет потушим, давай? Давай, я-то и хотела сказать. А у нас, кстати, еще светильник такой. Он тоже разными цветами светится. Вот, да, и даже можно такую светодискотеку устраивать.
она мигать будет. Теперь видно все цвета, когда свет притушили. Давай попробуем смотреть на ёлку, когда во сне выключилась. Давай, включай. Теперь красивее смотрится. Огонёчки. А где наши сердечки, которые... Ой, какие сердечки красивые. Да, вот такие красивые сердечки. Косточку за... Очень красивая у нас получилась елочка, да, Дача? Тебе нравится? Да, дорогие друзья. Потом я и ваш с наступающим Новым годом. Желаю мила, добра желаю, душевого тепла. Пусть Новый год успех вам принесет и радость. Пусть Новый год откроет дверь милобщества и все хорошее начнется. Пусть у вас будет только любовь, радость, улыбки. И пусть у вас запутает успех, удачи и веселье. Побольше мечтайте, ведь мечты сбываются. Пусть вступаем на самым праздником. Всех с Новым годом! Всех с Новым годом! А теперь будем хлопать хлопушки. А теперь будем хлопать хлопушки. Ничего себе, сколько красоты! Я хочу тоже! Красиво так. Опа-на! Красоты сколько! Вообще так красиво. Ох, Алиска сделала салют. Последняя не лопалась, а вот так ее открыли. Ура! Новый год скоро! У нас теперь весь пол в разноцветной красоте. Все поприлипло к тебе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Ура, салют! Всем пока-пока. Еще раз наступающим праздником. Я пошла в тонну.